Ежегодно во всероссийской социально-экологической акции «Цветочное сердце весны», посвященной детям с особенностями развития, принимают многие города. Ростов, Ярославль, Тула, Пушкин. Для музея-заповедника «Горки Ленинские» это тоже стало доброй традицией. Общество инвалидов Ленинского района откликнулось на предложение организаторов мероприятия посадить возле Большого дома усадьбы тюльпаны. Мы уже, наверное, третий раз принимаем участие в данной акции. Очень, конечно, нам это нравится. Приобщить детей к земле, посмотреть потом на результаты своих плодов. Ну и вообще спасибо за такие мероприятия, потому что очень приятно погулять в горках, побывать. Конечно, очень здорово. Перед тем, как начать сажать цветы, ребята с помощью клея и бумаги изготовили символ акции «Сердце». Это было, опять же, коллегиальное общее решение назвать акцию именно «Цветочное сердце», потому что ребятам, им иногда бывает так, что не хватает сердечного тепла. И это символизирует то, что они обогащаются, и нас обогащают, и мы их обогащаем с помощью вот этого вот символичного высадки в виде сердца. Организаторы заповедника провели для гостей небольшую развлекательную программу с танцами и играми. Раскатались, не трогали, порубили. Приятной неожиданностью для ребят оказалась встреча с известными актерами, которых они застали на территории большой усадьбы за съемочным процессом и сделали с ними памятный снимок, а после начали посадку луковиц тюльпанов. Максим Панов, хоть и принял участие в этой акции впервые, ловко справился с задачей агронома. Как мне кажется, при посадке я оставил просто частичку себя, и это очень хорошо. Не случайно эта социально-экологическая акция проходит в два этапа. Осенью осуществляется посадка луковиц, а весной с первым приходом тепла всех ждет настоящий цветочный праздник. Это сердце из тюльпанов распустится и будет радовать своей красотой и чудесным ароматом. Анастасия Воронина, Кирилл Иванов, Видное ТВ.